Сегодня в Саратове начался отопительный сезон. Соответствующее постановление подписали в городской администрации. Это вызвано резким понижением среднесуточной температуры воздуха. Подача тепла в соцобъекты города началась несколько дней назад. По официальной информации, уже подключено больше 100 объектов в городе. Но проблемы существуют. Не все тепловые сети отремонтированы. К концу этой недели энергетики пообещали справиться. Чиновники напоминают о том, чтобы управдомы не медлили и подавали заявки. Жителям многоквартирных домов в первую очередь необходимо связываться с управляющими организациями. В управляющей организации я уже отметила, что есть сроки подключения тех или иных объектов. Поэтому в случае, если отсутствует отопление, нужно уточнить сроки подключения конкретного дома в управляющей организации. Если не находите понимания, у нас на территории города созданы горячие линии, они в администрации районов, есть единая диспетчерская служба, то есть все заявки остаются. Там мы их оперативно будем отрабатывать.